Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1496. События дня. Откровение 1.17. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти». За 16 января 2020 года. Обращение о помощи. В старости комбайн бы кто-то подарил. Эх. Просчитайте все данные. И 4 ролика, чтобы можно посмотреть, что действительно это так. Это переписка между членами, как говорят, чата нашего содружества. Новости какие. Вот так. Просчитайте.
курсором притормаживаете и дальше считаете. Я ускоренно буду. Каждый день отчет даем.
курсором приостанавливать и текст. Я поскорее буду мотать.
курсора. Можно останавливать текст и считать.
Тут об отце Олеге Стеняеве. Как отец Олег Стеняев приезжал, как мы были знакомы. И вдруг все изменил, не встречались заочно. Сразу объявил, там раскольник или еретик, ничего. Я его знаю, он приезжал в Потеряевку. Тогда лагерь был в Потеряевке, не было, это начало 90-х. Это обо мне басни распускали, что я учился там и...
Ну вот, что тут делать? Это день. Да большую часть тут провожу. За компьютером. Ответы даю. Кормлю птиц. Жуланов уже, наверное, я не знаю, но около 40. Это большая синица называют. Воробьев около сотни. 40 с лишним диких голубей прилетает. Всех кормлю каждый день. И 10 кошек. Вот тут Володя больше занимается этим. Кошками. Ну и вот так все на один день. Володя вчера в четверг был. Хлеб пек. У Игоря там был.